На цементном предприятии сгорел электрокар. Полностью выгорела кабина погрузчика. Работник не пострадал. ЧП произошло в пятницу. Пожарная служба города предварительно причины возгорания называет неисправность техники. Об этом сообщили на оперативном совещании в администрации города. Среди других тем – нарушение общественного порядка мотоциклистами. Горожане жалуются на шумных байкеров, которые испытывают мощь своих железных коней на городских улицах и парковках торговых центров. Чтобы в ночное время гонщики не мешали жителям окрестных домов, возле одного из торговых центров в скором времени установят ограждение. На оперативке сообщили, что с 5 августа в городе объявлен особый противопожарный режим. Нарушителей будут штрафовать строго – до 500 тысяч рублей. Категорически запрещено разведение каких-либо костров. Это касается любителей отдыха на природе. Категорически запрещается сжигание сухой травы на придомовой территории, на своих садовых участках. Значит, в связи вот с этой устоявшейся сухой погодой призываем всех жителей Густерлитамака соблюдать меры пожарной безопасности в быту.